Я вот хочу вас спросить еще о том чудесном спасении, чудесной истории, связанной с терактом в метро. Да, вот если мы говорим сегодня день праздничный, да, о празднике, то это можно сказать, что вот для меня это был потом праздник, когда я, ну, как бы спасся, для меня это был праздник, да. Ну, известный факт 8 августа 2000 года, теракт в переходе, значит, на Пушкинской площади. Да. И я, значит, там стою, я не буду рассказывать долгую историю. В общем, там оказался так, что должен был уже монтировать фильмы, где я снимался в Гоголе, значит. И мне звонят уже, у меня первый мобильный телефон появился. Женя, монтажа не будет, иди. Я куда идти, что делать, спускаюсь в подвал. Там, значит, видеокассеты, ну, ларьки какие-то, там, значит, стою, вот не знаю, куда пойти, народ, значит, стал подходить, я вот что-то видеокассету купил, стал подходить, автографы стал, значит, раздавать, тут что-то все такое, потом зашел в Березецкий магазин, купил, значит, плюшку, опять спустился туда, значит, поел, у меня там блевая дорога ехать домой, и вдруг вот такая какая-то мысль, ты должен съездить был к Трифону, помолиться молебен, к Трифону съездить. То, что я уже говорил. Подойдет он тебе? Да, смотрю, время. Где-то полшестого, думаю, что поеду. Там уже служба началась, пять началась. И все-таки вот эта мысль такая, вот борьба. Да. Я на себе впервые ощутил вот эту борьбу на злом. И все-таки я говорю, да, поеду. И я уезжаю, вот буквально за 15 минут до взрыва. Вот. И потом, после, когда я в Трифонский храм приехал на Рижской, после храма выхожу, огромная радуга такая вот, значит, над храмом. И опять надо поехать на Пушкинскую площадь. Приезжаю туда. Там все уже взорвалось, дым все вот такой. Я думаю, боже. И вот такое вот спасение. Чего вот, да что-то меня Господь спас, вот для чего не могу понять. Для чего-то, чего-то еще пока, чего-то не знаю еще. Пока, вот, это да. Чудесное такое спасение, да. Благодаря которому вы сегодня с нами. Ну, настоящее чудо. Да, да.